Сейчас, простите. Перфекционизм. Это закрыто. Это, видимо, осталось от королевы. Снежинки всякие. Собственно, к сожалению, концерт наш подходит к концу. Следующий номер будет финальным, завершающим. А, собственно, его станцуют ирландцы. Да? А у этого номера не то чтобы есть своя история, но некая подоплека есть. А следующий номер относится, опять же, к традиционным ирландским танцам. Вот если у шотландцев 7 тысяч, ну, этих вот групповых командных танцев, да, то у ирландцев их немного, их там порядка 30 с небольшим, они записаны в одну специальную книжечку, да, там, за книжечкой строго следят, периодически там обновляют что-нибудь, но не сильно. Вот, и, в общем-то, есть там один самый последний завершающий танец, а его очень редко танцуют, в общем-то, в Петербурге его, ну, до этого марта, когда мы это танцевали, его танцевали в Петербурге всего лишь два раза, по одной простой причине, чтобы у вас там особые движения, нужно знать весь рисунок танца, и нужно, самое главное, собрать 16 человек. Да, те, кто куда-либо пробовали работать в команде, знают, что 4 человека собрать уже тяжело. Да, особенно те, кто знает, что такое квартет, да, или чем больше, а тут 16. Но это нам в целом удалось. Мы, ребят, собрали, и, в общем-то, теперь мы рады вам представить 16-рукий Рим. А, да, простите, гендерный 16-рукий Рим.